С 31 марта, согласно указу губернатора, наш регион перешел в режим самоизоляции. Ульяновск сейчас патрулируют народные дружины. Они контролируют передвижение по городу граждан. Появление на улице должно быть оправданным. Магазин вот сейчас забегу и желательно. Я уже недели две, наверное, сижу дома. Ну, одевайте, пожалуйста, маску. Да, маску. Хватит, чтобы маску на пьезах купить. Где? Купить. Ну, вот обещали это самое сегодня, да, сегодняшнего дня. Как, увидите, как появится, да. Одевайте, пожалуйста. Это я тут дисциплинированно выполняю. Но поесть. Понятно. Ну, я думаю, что, значит, без надобности гулять не стоит. Ну, да, все. Соблюдайте режим. Это все я понимаю. Ну, всего доброго. Слышали про то, что дома надо сидеть? Без надобности не ходить. Нет, все, все понятно. Нет, девушка. Ну, все прекрасно. Хорошо. Ну, просто рекомендую, что желательно одевать. Некогда, да. Напоминание о соблюдении режима самоизоляции, о необходимости ношения средств защиты в общественных местах – это на сегодня главная информация, с которой дружинники стараются достучаться до ульяновцев. Народные дружины работают в две смены. Патрулирование ведется с 11 утра до 11 вечера. Помимо этого, мы еще и объехали зеленые рынки на территории Ленинского района, чтобы те лица, которые реализовывают там свою продукцию, чтобы они соблюдали режим самоизоляции. Народные дружины также смотрят, соблюдают ли режим самоизоляции некоторые предприятия, например, общепита или сферы бытовых услуг. Многие находят нетривиальное решение. Ежедневно улицы Ульяновска и районов области патрулируют 120 дружинников.